Теперь расскажем о другом. Более 20 миллиардов тенге отдали казахстанцы интернет-мошенникам, а количество преступлений в сети за 7 лет выросло более чем в 10 раз. Вот такие данные в Мажилисе озвучил сегодня замминистра внутренних дел Айдос Рызбаев. По его словам, ежегодно частота киберпреступлений в республике только растет. В этом году уже зарегистрировали свыше 3500 подобных фактов. И чаще всего они связаны с оформлением онлайн-кредитов и займов, торговлей несуществующими товарами, а также хищением банковских накоплений. При этом в большинстве случаев преступники находятся за рубежом, что осложняет работу полицейских. К примеру, на территории Украины действовал крупный колл-центр. Мошенники в прошлом году специализировались на работе именно с казахстанцами. В своих преступных целях мошенники используют так называемых дропов из числа граждан Казахстана, которые за определенные проценты перегоняют через свои карты похищенных у граждан деньги на зарубежные счета либо криптовалюты. Так из страны выводится порядка 90% похищенных денег, следы которых в дальнейшем теряются из-за различных теневых схем криптовалютной системы. В среднем срок их обращения в полицию у нас составляет от 3 суток до нескольких месяцев.